Совсем скоро на телеканале «Домашний» состоится премьера сериала «Инъекция любви» по сюжету. Все мечты и надежды на счастье молодого хирурга Анны Пироговой рушатся в одночасье. В разгар медового месяца она узнает, что у мужа есть вторая семья. От него беременна одна из пациенток больницы, а ближайшая подруга и коллега Анны все знала и скрыла от нее, столкнувшись с полным непониманием матери, которая считает, что Кирилл любит Анну, и они прекрасная пара. Девушка решает уехать к отцу, с которым не виделась больше 10 лет. Однако переезд в маленький город не решает проблемы, а только обостряет их. Между Анной и ее отцом возникают конфликты, и нет взаимопонимания, разбираясь с медицинскими проблемами своих пациентов. Анна невольно вовлекается в их личные истории и шаг за шагом приходит к гармонии с собой и окружающим миром. Главные роли в картине исполнили Татьяна Чердынцева, Иван Житков, Дмитрий Пчела, Александр Андриенко, Татьяна Черкасова и другие. Премьера сериала «Инъекция любви» состоится уже в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.